Сегодня открылся второй бесплатный IT-класс для учащихся. Теперь ученики школы-гимназии номер 30 смогут освоить различные технологические направления, не выходя из своего среднего учебного заведения. Подробнее в материале. IT-класс предназначен для 10 учащихся и одного учителя. Здесь в день могут обучаться 50 учеников. Класс оснащен всем необходимым оборудованием, учебными пособиями и компьютерами. Имеется подключение к сети интернет. Помимо обучения, ученики могут проводить опыты в конструировании 3D-моделей. К примеру, ученица 5 класса Айсоли Талиб сделала модель игры в теннис на компьютере. Данный проект называется «Теннис». Думаю, что он помогает в развитии мышления. Я в этом кабинете многому научилась. И думаю, что в дальнейшем на этом не остановлюсь. Ученики от 8 до 16 лет учатся по учебной программе, состоящей из трех модулей. В первом модуле ученики осваивают программу, по второму направлению – научатся робототехнике. Третий модуль включает в себя освоение 3D-моделирования, говорит заведующий IT-классом. Данный класс открылся в целях поддержки цифрового Казахстана, считая, что это очень полезно для учеников век цифровизации. Сейчас все работаем при помощи компьютеров. По этой причине ученики должны знать начальное направление. К слову, в сентябре откроется IT-центр, где будет взята под контроль подготовка специалистов данной сферы. Здесь молодежь получит всестороннюю информацию об основах программирования и робототехники. Булат Конурбаев, Ильнур Мухтаров, 77 News.